у меня вот ничего не снимает, потому что не видно. Фонарик нужно было взять. Ну-ка, идем с фонариком сюда. Вот, то есть, если я знаю, что до 4 часов не ждать, я буду ждать. То есть, туда давайте договариваемся до 4 часов, хорошо? Фонарь если нужен. Да, мы их обычно сами завязаны. Вот, а тут чисто спальня. Угу. Тут изба. Ну, я, собственно, сам, то, что больше. Ничего лишнего, чисто кровать, чтобы спать. Кровать, буржуйка вон, посвети. Что-то херово посветить как-то. Что? О! Все, кровать. Во всю избу. Сколько здесь человек? Раз, два, три, четыре, пять. Человек шесть свободно может вместиться. И даже окно пластиковое, нифига себе. Ох ты, батарея 5%. Ого, жопа. А вроде был заряжен. Ну-ка. А? Все, значит, врубай. А сейчас, какая у тебя заряжалка? Я просто уже замоталась, не смогла проконтролировать время, вот почему тогда, когда мне вот 6 часов позвонили. Что-то я подготовлю. Как бы, ну, естественно, да, я не думаю, что они там шибко отслеживают, просто это, блин, теплодержка, там люди постоянно новые, не знаю, и ответственности никакой. Ты что, снимаешь? Да. Сейчас фотографировать смысла нет, но. Давайте наставляйте чай, потому что уже темнеет, надо скоро рыпаться домой. Да. И главное тогда запомни хотя бы где-то. Ну, хотя. Только не в Яндекс.Картах. А то попрутся сюда.